Привет, девочки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я расскажу вам о пустых баночках июня и то, что мне понравилось, не понравилось, и то, что я выбрасываю. На всякий случай, если кому-то интересно, на губах у меня NARS Velvet Matte Pencil Dummy Baby, который пришел мне в подарке от Cult Beauty. Итак, что у меня закончилось в июне? Закончилось довольно много всего. Собираюсь вам в конце этого видео рассказать о добавках, витаминах, но начну с косметики в случайном порядке. Первое, о чем я хочу рассказать, это о моем большом достижении. Я закончила кремовые румяна. Я закончила кремовые румяна Chanel, лимитка 64 Inspiration, были куплены на распродаже в La Toile, им уже много лет, сохранила от них, естественно, упаковку. Цвет был очень красивый, но у меня есть практически такой же от Lancôme. Там вот видно немножечко такого розовенького, то есть я очень-очень горда собой. Упаковка у них уже сломалась, у меня ломаются упаковки Chanel и Guerlain, почти так же, как Essence, что очень забавно, учитывая огромную разницу в цене между Chanel Guerlain и Essence. Дальше закончила дезодорант Дона, купленный в свое время в поездке в Испанию. Несколько лет стояла, как выяснилось, там оставалось буквально одно использование. В течение последних месяцев раньше я использовала его в спортзале. Еще один дезодорант закончен, на который хочу вам дать свой отзыв. Это Little Moon Essentials Tired Old Us Overcome Exhaustion Deodorant. Я в свое время на iHerb купила спрей из этой серии, мне очень-очень-очень-очень понравилось. Я решила купить дезодорант, но дезодорант ужасен, он не защищал, не предотвращал запах, он предотвращал где-то часа на 2-3. Ой, у меня еще эта штука выпала в придачу. В общем, нет, не покупайте дезодорант, а спрей приятный, хороший ароматический спрей, дезодорант просто ужасен. Выбрасываю тоже остатки Nivea, нежное средство для удаления макияжа с глаз. Это однофазное, бережно удаляет макияж, ухаживает за ресницами при витамин В5. Мне понравилось. Единственное, что я уже до несколько месяцев не пользуюсь тушью для ресниц в связи с изоляцией, поэтому у него такой срок годности и, собственно, осталось полбутылочки. Куплю, повторю обязательно, но, скорее всего, я повторю Origin, средство для снятия макияжа с глаз. Еще одна вещь, которую я закончила, это крем для ног, сделанный в Германии. Фертипалсам, охлаждающий. Покупала его в Финляндии. Зелененький легкий гель, повторять не буду, плохо увлажняет и не очень хорошо охлаждает. Выбрасываю чистая линия фитотерапии, идеальная кожа, аквакрем, мгновенная матовость. У него закончился срок годности, я вот так и не закончила. У меня есть отдельное видео про эту линейку на моем канале. Очень хорошая линейка, но когда заканчивается срок годности, не рекомендую их использовать, потому что у меня стали появляться прыщи от этого крема. И я решила, что все, пора от него избавиться. Но это исключительно из-за окончания срока годности. Также закончится срок годности у двух средств от Aqua Nature, от Apium марка, Aqua Nature линейка для удаления черных точек. Одна, это гель, растворяющий якобы черные точки. Он наносится на влажную кожу, но не мокрую, массируется и очищает. Но я заметила, что когда он был новенький, он хорошо очень очищал. А с течением времени он начал оставлять такую жирную пленку на лице неприятную. И у него тоже закончился срок годности, поэтому тоже выбрасываю, если так половина осталась. И вот этот вот очищающий черные точки карандаш. Это скраб, можно сказать. Я его закончила, ну, тоже где-то половину или чуть больше. И он тоже закончится срок годности. Ну, это скорее скраб, да. Он наносится в душе, на влажную кожу, прямо из стика. И это больше похоже на скраб средство, чем на что-либо еще. Вот. Вот такие средства. Больше повторять их тоже не буду. Приходится выбрасывать полную версию Body Sculpting Gradual Tan от Хиши, потому что он мне был куплен какое-то время назад. И, видимо, за то время, что он у меня лежал, у него закончился срок годности. И теперь там просто жидкость с какими-то частичками.
плохо пахнущее, неприятно, когда я его открыла, оказалось. Поэтому попробовать его так и не удалось. Приходится выбрасывать, к сожалению. К счастью, покупала его по скидке. Видимо, скидка была тоже потому, что у него уже заканчивается срок годности. Поэтому особо не жалею, но жаль, что не смогла попробовать и рассказать вам. Ой, наконец-то попробовала вот Acura патчи под глаза. Мне сначала показалось, они вот такой вот специально для вас сохранила темно-зеленого цвета. Внутри упакованы в отдельную, то есть не в пакетике просто лежат, а там внутри еще отдельная упаковка, которую нужно открыть с жидкостью и с этими патчами внутри. Они очень толстенькие, показались мне похожими на патчи от Тони Моли со змеиным экстрактом, чем-то подобным. Но нет, нет, нету какого-то вау-эффекта от них не оказалось. То есть обычные патчи, в принципе, я довольна патчами в банке от Pixi. Так что тратить деньги на эти от Acura больше не буду. Ничего такого вау. Хотя они, как показались, довольно толстенькими, довольно такими, похожими на Тони Моли. Но Тони Моли дает вот прям эффект такого разглаживания, не просто убирания припухлости, а именно убирания всех морщинок, всего-всего на день. На целое, если вот утром я сделала. Эти нет, так что повторять не буду. И, в общем-то, просто патчи. Так что брала их нахер. Наконец-то закончила Silk Peeling Powder on Sensai. Она у меня была, я не знаю, 4, 5, 6 лет. Очень давно. Это пудра, которую насыпаешь в ладошку, энзимная очищающая пудра. Насыпаешь в ладошку, добавляешь немножко воды и потом массируешь лицо. Она превращается в легкую пенку, хорошо очищает. Но мне больше нравится от Dermalogica. От Sensai мне не понравилось, поэтому я заняла столько времени ее использовать. Плюс, когда я ее купила, у меня еще была в наличии Dermalogica. И плюс мне пришлось вытащить здесь дозатор, потому что он забился. И ее стало невозможно вытряхнуть. Так что я очень рада, что наконец-то я ее закончила. И вообще, такие пудры, в общем-то, не для меня. У меня есть миниатюра Dermalogica, ее закончу, покупать больше не буду. Но если вам нравится, то лучше брать Dermalogica, чем Sensai. Выбрасываю Estee Lauder ND Face Kit New Dimension Shape and Sculpt Face Kit. Это контуринг и хайлайтер должен быть, предполагается, кремовые. У них тоже закончится срок годности, они все уже поехали куда-то, неприятно пахнут. И делая ими контуринг сейчас на голое лицо без других дополнительных средств, я заметила, что вот этот контуринг слишком... Здесь очень хорошее зеркало. Этот контуринг слишком рыжий, а хайлайтер недостаточно светлый для меня, поэтому решила избавиться от всего этого набора. Был куплен тоже по скидке, очень хотелось попробовать эту линейку, но Estee Lauder ее больше не выпускает, видимо, она действительно оказалась недостаточно хорошей, недостаточно успешной. И, собственно, я тоже избавляюсь от этого набора. Очередные салфетки для убирания жирного блеска с лица от The Face Shop. Я нашла точно такие же от Clean and Clear. Clean and Clear вот такие вот. Очень мне тоже нравятся. Буду их покупать, когда у меня закончится мой запас от The Face Shop, потому что от The Face Shop найти довольно сложно. Не закончила. Выбрасываю Cover FX миниатюру Water Cloud Primer, потому что у меня тоже давно лежит открытый и тоже уже там внутри расслоился. Использовала где-то половину этой миниатюры. Никакого вау-эффекта не увидела. Здесь защита от загрязнений и защита от голубого света, то есть от экранов мониторов, свечения телефонов. Ну, не знаю, я как-то не впечатлилась этим праймером, как и многими другими, поэтому миниатюру не закончила и выбрасываю. Автозагар очень понравился. Vita Libertata Fabulous. Написано, что это постепенный загар, но он не постепенный, он достаточно интенсивный, приятный, но пахнет автозагаром немножко потом, хотя вначале запах приятный и дорогой он достаточно. Мне больше нравятся новые разработки, мне больше нравятся новые автозагары Saint-Tropez. Они вообще вау, не пахнут автозагаром, легкие, приятно наносятся, хорошо тушуются. Vita Liberata отстает от последних разработок, а Saint-Tropez сильно продвинулся в последнее время. Закончила Luminé Moomin крем для рук. Хороший крем для рук, повторю, при случае. Мне понравилось на уровне моего любимого от Kiehl's.
ценник у него, по-моему, немножко подешевле, чем килос, если вот брать, умножать количество тюбиков на нужный объем в килос. Вот, мне понравился. Очень-очень рекомендую. Люмине хорошая марка по увлажнению и для тела, и для рук оказалось. Мне понравился и крем для рук, и вот крем для тела тоже понравился в свое время. Закончила миниатюру лосьона от Пюн Канг Ю Essence Toner. Наливала его в руку и подносила на лицо из руки. Был у меня в наборе корейской косметики от Herb, наборчик был дешевенький. Я покупала в декабре и ездила с ним в Лондон. Не очень мне понравился. Больше всего мне от Пюн Канг Ю понравился крем для тела, лосьон для тела. А вот этот тонер не впечатлил, никакого особого эффекта не заметила. Покупать не буду. Закончила миниатюру солнцезащитного крема от Lancaster Sun Perfect SPF 50. Нравится запах Lancaster, но не очень нравится их средство. Слишком жирновато для меня. Пилочка от The Body Shop, мои любимые пилочки. Закончила эту пилочку. Пора уже избавиться от Narscope Cabana Illuminator. Видите, я его использовала чуть больше половины. Здесь есть даже такая вот нарисованная мастером линия, по которой я отмеряла свой прогресс. Он у меня был во многих project планах в прошлом году и позапрошлом году, поэтому так и не закончила. Слишком его здесь много, у него закончился срок годности, он уже там расслаивается неимоверно, и наносить на лицо мне уже не хочется. Иллюминатор классный, но его очень много для одного человека. Далее несколько продуктов для губ. Too Faced Lip Injection, очень жесткая штука, холодит и щипит губы так, что просто больно. И еще она, полежав, у меня, видимо, немножечко пролилась на пластиковую поверхность. Я оставила там такой большой рыжий след, почти разъела пластик, поэтому точно никому не рекомендую, если они еще продаются, конечно. Дальше выбрасываю в Lancome Absolute Lacquer лак для губ, длительная стойкость, моделируемый цвет и сияние. Испортился, не очень понравился, миниатюру попробовала, попадалась мне в коробочке Sephora. И еще одно средство выбрасываю, Incredible Glazing Over Intense Color Lip Glaze, попался мне в какой-то из тоже коробочек. Такой красивый очень цвет, но он тоже испортился довольно быстро. Может быть, уже испорчен, приехал, неприятно пахнет. У меня остался оранжевый вариант, а вот этот вариант, к сожалению, придется выбросить. И теперь переходим к чаям, добавкам, всему остальному. Так что, если вам не интересно добавки, то, но интересно косметика, то не забудьте подписаться на мой канал тоже, поставить лайки, оставить внизу комментарии. Ну а тем, кому интересно, что же у меня закончилось из витаминов, оставайтесь и давайте перейдем к витаминам и чаям. Попробовала коллаген Шотс with Acai Berry от что это за бренд. Мне это был пробник от Cult Beauty. Здесь порошок в этом саше, он добавляется в воду, размешивается и выпивается. Вкус мне не понравился. Rejuvenated этот бренд называется. Мне вкус не понравился, хотя изначально я, может быть, даже думала его купить, потому что пьешь вкусный лимонадик и получаешь нужный тебе коллаген и прочие тут полезные добавки ягод, гиалуроновой кислоты, кальций, витамин В5, витамин В6, цинк и так далее. Но нет, вкус, я с трудом допила одну чашку. Какой-то он, вот этот вкус подсластителя, стеви здесь, да, стеви, мне не нравится. И, к сожалению, не буду его принимать. Дальше. С тех пор у меня были проблемы с уровнем железа в крови, я принимаю железо. И за этот месяц я закончила две упаковки Сидерал Форте. Это особый вид железа, который хорошо усваивается, не вызывает проблем с желудком и кишечником. И, ну, довольно дорогой, но я его принимаю теперь постоянно, вот две упаковки за месяц закончила. Закончила релакс капсулу от Inner Most. Весь отзыв на весь бренд Inner Most, который я попробовала, есть на моем канале, можете посмотреть. Мне понравилось. Пью вторую банку. Торна Би Комплекс 6 тоже многократно покупала сахар уже. Inner Most Sculpt Beauty тоже очень люблю. Сейчас сделаю перерыв, но обязательно повторю. Явно замечаю эффект на волосы и ногти, на рост, на улучшение качества, меньше выпадения. Ой, третья пачка Сидерал Форте. Мой любимый чай с листьями малины для женского здоровья. Вкусный, приятный чай, приятно пить. И явно вижу эффект на мой цикл, на его регулярность.
Второй чай просто вкусный, мне нравится. Это матча, свит матча. Я растворяю ложечку в теплой воде, потом 50-50 где-то разбавляю молоком, размешиваю. Очень вкусно. Можно делать его и холодным, и лимонад из него делать. В общем, и дает энергию. Мне нравится очень. Тоже на Афёрб заказывала. Очень вкусный напиток. Мне очень нравится. Я стала его покупать после того, как подсела, можно сказать, на чай матча, по-моему, он тоже называется в Макдональдс. В кафе Макдональдс. Вот. И решила попробовать Афёрб. Мне очень понравилось. Теперь постоянно покупаем. Также хочу поделиться находкой зубной нити. К сожалению, у нас она не продается. Брала в Финляндии Хамасланка. Здесь 100 метров. Классная зубная нить. У нас почему-то все нитки, которые продаются по 25 метров. Это просто ужасная трата денег. А здесь 100 метров. Мне очень понравилась нитка и все. Как только снова смогу поехать в Финляндию, обязательно куплю. И последнее, о чем косметическое я вам еще не рассказала, это Vaso Color Smart Day Moisturizer SPF 30. Мне понравился. Покупать не буду, потому что я, в принципе, предпочитаю использовать все свои сыворотки, кремики, лосьоны, все это наслаивать. Это скорее, если вы любите вот нанес что-то одно, и сразу и увлажнение, и крем, и SPF, и все-все-все. Ну и плюс для моей жирной кожи он немножечко все-таки жирноват, но не столько, настолько жирноват, как Lancaster. С ним моя кожа выглядит вполне нормально в течение дня. Лучше, чем со многими другими средствами. Вот. Теперь точно все. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться на мой канал. Я делаю видео о косметике, о приборах по уходу за собой в возрасте 35+, об одежде, о путешествиях. Так что увидимся с вами в следующих видео. Не забудьте поставить лайки и жду ваших комментариев внизу.